Добрый вечер. У нас ночь на 12-е, на Новый год ацтеков. И посмотрим советы их богов. Где у нас негатив или, может быть, что они увидят. Это еще не пророчество от Тескотлипоки. Его будем смотреть завтра. Сам Новый год в пик. Но посмотрим, какой совет или негатив, что они увидят. Так как они большинство связаны с холодом на серебряном алтаре, как на снегу. Смотрим на Малефик. Загадывайте свой вариант, а я открываю карты. Кому не хватило времени, ставьте на паузу. Так, у нас первый вариант – семерка кубков и 20-й аркан суд. Вам советуют обратиться к высшему суду, чтобы избежать земного суда и многих неприятностей вообще. Обращайтесь прямо, чтобы у вас не было никаких проблем с законом или прервать... Если у вас есть неприятности с законом, уже какие-то идут придирки вам, штрафы, дайте хороший откуп сладким и спиртным. Именно высшему суду. Тут очень четко сказано, это вам подсказка. И в любом случае дайте хороший откуп сладким и спиртным. И успейте это сделать до... Еще дней 10-12 после весеннего солнцестояния, не позже. То есть примерно до апреля начала вы должны это сделать, чтобы оборвать. Еще это бывает, когда предстоит операция, тоже можно дать. Но это в основном с законом. Еще есть такая, когда вас выбирают как жертву. Бывает, люди травят, бывает и разные силы. В любом случае, вот вам нужно дать откуп высшему суду, чтобы у вас не происходило. Если у вас даже ничего не происходит, еще от мучительной болезни это тоже может значить. Если у вас какие-то подозрения на заболевание, давайте откуп от мучительной болезни. И от плохой смерти в агонии в огне. Тоже можете дать откуп сладким и спиртным. Вот такой первый вариант. То есть вам в любом случае стоит дать откуп высшему суду и от болезни. Можете любой откуп на любое время брать и дар. Тут сказано, дар надо принести. В общем-то, не откуп, а дар. Очень четко. Вот такой первый вариант. Мы прощаемся, переходим ко второму. Не забудьте их поблагодарить. У нас второй вариант. Тут семерка мечей перевернута и мир прямой. Ну, вам хорошая карта довольно-таки. Вам дорога в большой город, в большой мир, где ваше сердце успокоится. Но получить вы город своей мечты можете через крадник. Тут такая магическая диагностика. Больше получается, вам нужны крадники как можно больше и дары спиртным много приносить. Вообще дары любые. А там хорошо тут принести. В дар. И еще как отсечь от себя
именно через дар атамам отсекать проблемы, то есть избавляться, откупаться от проблем. В общем, если вы хотите достичь своей мечты, приносите вам дары и ставьте крадники. Тут очень четко. Иначе вы не получите, это останете пустые мечты и будут у вас одни замки на песке. Да, вместо города мечты и всего, что вы хотите, с двух сторон мечи. Очень ваш замысел сейчас далек и слабо может воплотиться. А вот через дары и крадники вы можете получить свой туз пентаклей выиграть. Особенно те, кто в паре с мужчиной. Неважно, мужчина, женщина, кто в паре с мужчиной действует. И вам совет на кладбище 15-му аркану князю бездны больше принести дары. Вот такой второй вариант, если хотите воплотить свои мечты. Не забудьте им сказать спасибо, а мы переходим к третьему. У нас третий вариант. Рыцарь жезлов перевернутый и паж мечей. А вам предстоит отрезать от себя врагов. Вообще избавляться от врагов. И магически, и, может быть, не только победить их. Именно победа над врагами. И вам тоже вам стоит чисто делать крадники как можно больше. Но тоже сейчас как-то живете на них. И снимать с себя чужие. Вам деньги идут через крадники. Причем хорошие деньги. Десятка пентаклей вам это удается. По-иному сейчас вот они не идут. Такое время. Если хотите победу, делайте крадник на победу. Хотите дом, делайте крадник на дом. Хотите деньги, делайте крадник на деньги. Здоровье хотите на здоровье. У вас это хорошо получается. Третий вариант. Что делать людям, у которых этого нету? Если у вас нет таких способностей, то, естественно, вы не можете это сделать. Вы должны постоянно тогда занимайтесь благотворительностью. Кормите животных. Носите храм в деньги, вы должны постоянно тогда терять, но терять понемножку. То есть вы там кормите собак, кошек бездомных, птичек зимой, вы носите в храм Богу. То есть вы каждый раз немножко теряете, вот вам нужно немножко терять. Это единственный вариант, вот все время, тогда у вас не будет провалов и потерь. Потому что если у вас нет к этому склонности, вы только можете потерять еще. А вот таким способом вот вы теряете по чуть-чуть, как бы. Вот вещи вам тоже не нужны, там какие-то у вас есть хорошие. Хрусталь, камень подделочный. Ну, я имею в виду все эти ониксы, такие агаты, тоже можете взять и вынести в дар. То есть вы как бы уже утратили, и у вас не будет тогда ни проблем, ни убытков. Только жертвуйте Богу. Неважно, где, на перекрестке, там, в лесу,
куда потянет. Вот таким тоже способом можно идти. Вот такой у нас третий вариант. По-иному никак. Они говорят, что время очень сложно. И мы переходим к четвертому варианту. Ну, тут я вначале скажу, для всех вам не надо сетовать на Бога и упрекать Его, что Он устроил это и как Он допустил. Практики магии, которые реально общаются с силами, вам надо примириться. Если вы ссоритесь, примириться, не рвать свою связь ни в коем случае. Тот человеку нельзя по-любому рвать связь с Богом. Потому что это путь к башне и перевернутой колеснице, то есть к краху. Ничего это вам не даст, даже если к повешенному. Вы только зависнете. Ничего не выйдет, даже если вы упрекаете, что такие обстоятельства. Вот вам совет не ссориться. Мне даже упало. А примириться. И наградой вам примирения будут деньги. Десятка пентаклей. Если это вместе с восьмеркой, вам придут деньги. Десятка с восьмеркой, деньги и прямой ход к фортуну. То есть неприятности эти заканчиваются рано или поздно, проблемы, и ход фортуны пойдет вверх. Десятка кубков перевернута, фортуна прямая. Да. Влюбленные, фортуна с влюбленными вам пойдут деньги и улыбнется удача. Пусть даже вы пережили предательство, пусть вы пережили такие проблемы очень сильные, но не ссорьтесь, даже если вас очень не устраивает, не сетуйте. Вот такой совет вам дан. Как-то они говорят, это не для вас одного придумано, так, такая полоса. Если вы не порвете связь с силами, не будете. Это для всех, в общем-то. Одним не сетовать на Бога, которому вы вызываете, а практикам ко всем тем силам, которыми вы общаетесь, так как мы общаемся с разными богами. Это может вам показаться таким. Это может показаться неважным, но на самом деле вот такой совет краеугольный. И на этом мы заканчиваем. С четвертым вариантом мы прощаемся. Не забудьте их поблагодарить.